обновленную модель и возвращаемся в 3D Code. Также выбираем Paint UVs и открываем нашу модель. Я здесь выбираю на Lambert 4 более детализированную текстуру, потому что у меня очень много деталей будут находиться на этой развертке. Так, нажимаем ОК и ждем, пока у нас экспортируется модель. Импортируется, точнее. Так, модель готова. Понимаем, чтобы все отображалось хорошо. Бывает так, что когда вы дублируете или, например, делаете какой-то mirror с отрицательным значением скейла, некоторые объекты могут быть вывернуты наизнанку. Когда они вывернуты, то одна часть будет отображаться как будто бы нету. Таким образом, вы должны будете вернуться в Maya, сделать реверс нормалей, чтобы они смотрели наружу. И после этого вы делаете... после этого вы возвращаете потом эту модель назад в 3D Code, и все отображается. Так, дальше вернемся к материалам. То есть, включая-выключая материалы, вы можете как по слоям в Photoshop работать. То есть отдельно с каждым объектом, то есть так для удобства, чтобы, например, кисточкой не залазить на другие кусочки, чтобы назначать объекты, точнее смарт-материалы прямо на выделенные объекты. То есть это очень удобно через Surface Material регулировать, что у вас показывается. Дальше что у нас есть? У нас есть кисти, то есть они могут быть разных структур. Есть кисти, которые у нас идут текстурные. То есть, если, например, у вас какой-то принт или узор есть, вы можете его загрузить сюда в черно-белом формате, то есть, и таким образом рисовать прямо на модели этим узором. Тут есть уже преднастроенные какие-то пуговицы, стежки. То есть это все очень удобно и создано для того, чтобы создавать именно текстуры для игровых моделей. Вот этот, например, логотип я загружала сюда отдельно. Он был нарисован в Photoshop, то есть черно-белый. Можно просто добавлять их сюда, и они будут храниться. По-моему, это уже был преднастроенный. Какие-то из них загружались отдельно. То есть можете посмотреть и выбрать, что вам подойдет. Я обычно использую вот какие-то такие стандартные кисточки. Потом через колесико можно регулировать размер этой кисти. Сейчас по умолчанию, то есть у нас есть здесь слои. Создан слой Layer 1. У него есть свойства. У него есть свойства Opacity. У него есть Depth Opacity. У него есть Roughness. Есть свойства стандарт blend, то есть как в Photoshop можно делать multiply, darken. Кто работал раньше в этой программе, для него будут знакомы эти все свойства наложения, то есть этих материалов. То есть можно рисовать по слоям, и какие-то слои у вас будут, например, умножаться, делать скрин и так далее. Чтобы у нас не было вот этих вот получается увеличений depth, вы можете у этого слоя убрать depth opacity на 0, таким образом уже не будет влиять на нормали, то есть вы можете прям красить на модели. Следующее, что можно сделать, можно зайти и посмотреть, какие есть свойства. Есть свойства opacity у кисти, то есть убрав opacity на 100, вы получаете более яркий цвет. Смотрите, так как у нас roughness opacity стоит на 100%, у нас очень блестящий материал получился. И мы, когда будем экспортировать модель с текстурами из 3D Code, мы будем также экспортировать еще карты opacity. То есть здесь есть отдельно можно вытащить normal map, отдельно roughness, отдельно цвет. И эти все карты текстур будут все вместе создавать PBR материал, то есть Physical Base Render.
который подразумевает в себе вот всю логику, как должно отображаться объект. То есть и этот объект будет точно так же отображаться потом в Unity и в SketchFab. То есть там будут создаваться шейдеры, куда вы будете назначать текстуры, вытащенные из 3D-кода. То есть те же Roughness, цвет и Normal Maps. То есть основные три мы будем использовать такие. Если, например, у вас какой-то матовый объект, вы убираете у этого слоя Roughness Opacity на 0. Слои будут для всех материалов. То есть вы создаете разные слои на каждый объект, можно на каждый уровень детализации. То есть, например, один слой может быть базовый цвет, на втором слое вы начинаете прорисовывать какие-то узоры, детали, там, какие-то еще интересные полутени можно дорисовать. И потом при экспорте, то есть вы выбираете определенный материал, и в зависимости от того, что задействовано, у вас будет использоваться здесь. Так, сейчас, секунду, надо посмотреть. Так, извините, возвращаемся. То есть, получается, регулируя слои, мы можем регулировать нашу работу. Но когда мы будем экспортировать, в зависимости от материала будут забираться те детали, которые нарисованы были именно на этой детали с этим материалом. То есть с этим проблем не должно быть. В целом здесь это у нас слои просто для удобной организации работы. Так. Но удобнее всего разделять, то есть получается для каждого объекта, материала создавать несколько своих слоев, то есть по цвету, по детализации, то есть так удобнее всего работать. Дальше на чем строится работа? То есть мы смотрим на наш референс, и в зависимости от референса, сейчас у меня где-то открыт, мы подбираем материалы, которые могут подойти за основу. Это смарт-материалы. То есть, если мы зайдем во вкладку Smart Materials, то мы увидим, что здесь есть большое количество разных материалов, и их можно выбирать. Дефолт, например, картун. Вот в картун очень много древесных материалов. Их тоже можно посмотреть. Есть отдельные материалы, которые сверху добавляются грязи, то есть сначала вы закрашиваете одним цветом, а потом сверху можете наложить какие-то грязи, потертости. Есть материалы, которые у нас отвечают за текстиль, например, какие-то текстильные объекты. Какие-то, например, если у вас что-то испачкано краской, то есть можно тоже задействовать. Материалы кожи очень много. На основе материала кожи мы можем создать потом материал для нашей рукоятки. Есть просто материалы, то есть здесь очень много металла разного. Тоже подбираете по цвету, который вам подойдет и понравится больше всего. Есть материалы красок. Еще можно скачивать свои какие-то дополнительные материалы, смарт-материалы с сайта и устанавливать их сюда отдельно. Есть резина, тоже какой-то вид грязи, потертости, scratch, и есть отдельно wood-материалы. То есть wood тоже можно здесь задействовать. Давайте, наверное, начнем как раз-таки с wood-материалов. Я сейчас скрою все, что не касается у нас дерево, и будем красить. Возвращаемся в layers. Layer можно переименовать на wood. Это для удобства использования, ни на что это не влияет. Можно взять cartoon wood. Так, нажимаем на материал. Так, сейчас он подумает.
Для смарт-материалов будет просчитано еще дополнительно Ambient Occlusion и Curvature. Для Ambient Occlusion мне надо вернуть все мои материалы, чтобы они прорисовались. То есть смарт-материалы, они должны просчитываться на полный объект. И делаем сейчас Textures. Можно сделать отдельно Ambient Occlusion. Calculate Occlusion, тоже выбираем, можно оставить стандартные настройки. Этот процесс сделает полутени на основе того, как объекты относительно друг друга выстроены. Например, появится полутень под веточкой, и это все также отражается в текстурах, то есть вот эти все тени, полутени, они все помогают создать внешний вид финальной картинки прямо на текстурах. То есть, по сути, наша задача сделать объект таким, текстуры, чтобы нам не понадобилось в сцене выставлять освещение, просчитывать тени, там, рендерить его. То есть, смотрите, после Ambient Occlusion у нас объект выглядит, как будто бы его уже отрендерили. Но на самом деле это все запечено в тенях. То есть у смарт-материала есть еще превью, как он будет выглядеть на объекте. Вы можете это окошечко подвинуть на какую-то часть и посмотреть. Если вам подходит, мне кажется, вот этот материал очень подходит. Получилось похоже на референс. И можно его будет применить на весь лейер. Но теперь мне нужно оставить выделенным только пятый ламбет. Вот смотрите, например, там, где у нас объекты пересекаются, occlusion стал черным. Это нормально, так как у нас остается тень от объекта, поэтому, в принципе, это у нас придает некую реалистичность. Так. Так, все в целом смотрится симпатично. Если вам что-то не нравится, вы можете регулировать этот материал. Можно сделать зум, подвигать, и у вас перемещается этот материал относительно этого объекта. Также можно сделать мув этой текстуры. Так. Можно ее развернуть, можно сделать... Ну, в общем, вы начинаете двигать, смотреть, чтобы хорошо легла вот этот преднастроенный материал. Чтобы он, получается, смотрелся более органично. Ну, окей, я думаю, для теста это будет достаточно. Когда вы довольны тем, что как выглядит этот материал, вы возвращаетесь во вкладку Layers, выбираете свой layer, на котором сейчас работаете, и нужно нажать правой кнопкой мыши по материалу и сделать fill whole layer, то есть залить полный слой. И теперь этот, получается, смарт-материал применился на весь объект, который у нас сейчас открыт, и на весь слой. То есть следующее, что вы можете сделать, добавить новый слой и проработать какие-то детали кисточкой. Если вы, например, только часть материала хотите использовать, то вы можете просто красить кисточкой при выбранном материале. Так, следующее, что мы сделаем, мы займемся металлическими объектами.
Даже можно, наверное, не металлическими, а вот этими лазер-материалами. У нас очень хорошо подходит лазер-материал. Кстати, 3D-код можно тоже сохранять, но он будет тип файла 3B. Так, возвращаемся в Laser Materials и подбираем какой-нибудь материал, который подходит. Ну, смотрите, у нас отличается цвет. Там у нас бордовый материал, а здесь коричневый. Мы можем изменить этот материал. То есть сейчас я включу превью этого материала. Так, здесь я хочу поближе его посмотреть. Так, это больше как крокодиловая кожа, это наоборот крупная, такая мелкая. Мне кажется, можно чуть-чуть ее соскейлить, чтобы она была помельче. То есть через скейл можно задавать репит этой текстуры. Двигаем влево и вправо и подбираем тот рисунок, который вам подходит больше. Мне кажется, вот такой будет достаточно. Также мы открываем этот материал и делаем дубликейт. Сдублированный материал появляется рядом. И что я делаю? Я делаю дальше эдит этого материала. Можно с помощью, сейчас мне надо найти, через смарт... А? Да, можно? Через Smart Material Editor мы можем поменять color. То есть мне нужно настроить два цвета, то есть светло-коричневый и темно-коричневый. Я перехожу в бордовый, в красные оттенки, выбираю какой-то светло-бордовый, нажимаем ОК, и в темно-бордовый мы тоже находим нужный подходящий цвет. Тоже нажимаем ОК, и у нас появился вот такой материал Laser, и цвет, которого мы срегулировали. Делаем Save as New. И у нас появился здесь красный материал. И уже его я сейчас назначу на новый слой. То есть я создаю новый слой. Это у нас будет Laser. И уже на него проверяю... Ой, сейчас. Возвращаемся. Проверяю, что у меня выделены в сцене, открыты только эти компоненты. Можно еще чуть-чуть мельче сделать узор. Если развернут объект хорошо, то текстура будет ложиться хорошо. Если где-то развернуто так, что текстура, например, разъезжается, помните, мы делали UV-развертки? Бывают некоторые компоненты, которые не развернуты, они либо маленькие, либо большие, то здесь тоже самый принцип, то есть там, где вы плохо развернули, будет плохо накладываться материал. То есть получается UV в этом плане очень важно сделать хорошо, чтобы вот так вот аккуратно ложился материал. После того, как вы все проверили, то же самое выделяем правой кнопкой мыши весь материал и делаем fill the whole layer. То есть заливаем весь layer, и после этого можно закрывать превью. И таким образом мы сейчас раскрасили уже две группы объектов. То есть дерево, кожа. Следующее, что мы будем делать, мы займемся вот этими металлами. Мне кажется, можно начать вот с этого главного кусочка. Я сейчас все скрою, создам новый слой. Это у меня будет main. Посмотрим, какое у нас более-менее подойдет. Здесь в основном светлый металл. Думаю, эту часть я потом вручную прокрашу. Сделаю более бронзовый. Так, светлый металл и очень потертый. Открываем вкладку Metals и ищем подходящий. Мне кажется, более-менее подходит сталь. По цвету. Так, если все окей, мы выбираем этот слой, выбираем этот материал, смотрим превью, как он выглядит. Если вам что-то, например, не нравится, можно посмотреть другие материалы.
можно брать не прям идентично, как у вас на референсе, но более-менее приближенно. Думаю, вот этот более-менее приближенный. Можно также через scale посмотреть, подвинуть вот эти вот скретчи. Когда вы довольны результатом, также нажимаем правой кнопкой мыши, делаем fill whole layer, и у нас это все раскрашивается. Так, основное мы сделали. Сюда нужно добавить еще для отображения наш normal map. Я делаю экспорт, точнее импорт, и выбираю здесь normal map. Выбираю шейдер, который мне нужно, чтобы он применился к какому шейдеру, то есть Lambert 4, нет, вот это у нас Lambert 2, самая главная часть, выбираем, и путь до той нормальной, которую мы нарисовали. Нажимаем ОК, и вот, у нас применились те потертости и вмятины, которые мы получили из ZBrush. То есть так у нас выглядит с применением нормали и с применением вот этого стандартного материала. Можно сделать так. Можно взять за основу этот материал и дальше уже продолжить детализацию. То есть это у меня будет main details. И можно комбинировать. То есть, по сути, я сейчас хочу дорисовать вот эту часть бронзовым металлом. Я выберу этот материал, выберу кисть. Так, уберу превью, и кисточкой можно наносить этот материал только на какие-то части. Почему я выделила другой слой? Смотрите, если у меня что-то пойдет не так, или я хочу стереть, чтобы у меня вот эта основная заливка не испортилась, я храню всю детализацию на другом слое. То есть при желании, если что-то пойдет не так, можно просто удалить этот слой, и мы не потеряем то, что у нас уже хорошо выглядит. Также размер этой кисточки можно уменьшить и прокрасить только вот эту другую часть каким-то бронзовым напылением. Может быть, кому-то будет неудобно рисовать мышкой, но в целом, если есть у вас графический планшет, это будет удобнее, но мышкой тоже можно справиться. То есть мы начинаем прорисовывать вот эти вот кусочки объекта. То есть текстурирование, почему оно называется hand-painted? То есть мы, по сути, рисуем руками. Здесь есть ластик. То есть то, что у вас криво пошло, можно стереть. Есть кисть. У кистей есть тоже разные свойства. Но я обычно делаю это так. Если у вас закрылись какие-то окна, и вы хотите их вернуть, вы делаете restore, reset all pages to default. А, оно у меня просто скрылось. Все, и таким образом у вас закрытые потерянные окна вернутся на место. На самом деле 3D Code — это прикольная программка, ее тоже часто используют именно для создания hand-paint текстур. Но в Substance Painter есть лучшие материалы, то есть смарт-материалы там выглядят красивее, то есть там больше на то, чтобы создавать прям свои материалы какие-то. Но там тоже можно, будьте здоровы, рисовать вручную. Ну вот именно те, кто рисует в стиле картун или там hand-painted такие, они в основном используют 3D Code. Также, насколько я знаю, в Blender тоже есть возможность рисовать текстуры. Так что вы можете использовать любую программу, которая вам удобна. Также можно использовать туториалы с YouTube, их огромное количество на создание подобных каких-то объектов.
И по 3D-коду много, и по Substance Painter. Я, если честно, давно работала в Substance Painter и уже его плохо знаю. Я в основном всегда использую 3D-код. Но если у вас будут вопросы, вы можете спрашивать у Дмитрия, то есть он работает в Substance Painter. То есть можно миксовать вот эти все материалы и прокрашивать какие-то другие части другим материалом. И смотрите, то есть по сути мы рисуем на объекте, но то, как отображается эта текстура в конечном итоге, очень сильно влияет от UV-развертки. То есть если бы у меня здесь была деталь маленькая, то я бы видела некоторую пикселизацию. Поэтому всегда смотрите, если у вас очень много объектов и они большие, лучше использовать 4K текстуру. Ее можно в любой момент в Photoshop сделать меньше, но зато у вас объект будет выглядеть красивее. Так, смотрите, как выглядит текстура. То есть текстура, сам base color выглядит вот так. То есть мы здесь видим нашу развертку и как на нее ложится текстура. То есть, по сути, вы можете даже прям по развертке здесь рисовать. То есть можно рисовать в этом окне, а можно рисовать прямо на модели. Здесь тоже нужно сохраняться. После того, как вы закончили, можно нажимать Close и переходить к другим объектам. Давайте проверим, как смотрится все вместе. Не сильно похоже на референс, но в целом более-менее примерно похоже. Если вы хотите еще больше деталей добавить, то можно сделать так. Мы оставим только вторую часть. Я сейчас создам, хотя можно оставить main details. Выберу сейчас цвет. Например, какой-нибудь светло-голубой. Так как у меня на референсе, в принципе, есть такой серовато-голубой цвет, более серый, то мы можем поверх металла немного его прокрасить. Я выберу opacity очень маленьким. И на новом объекте уберу Depth Opacity на 0, Roughness оставлю, и я прям вот так вот пройдусь по вот этому металлу. То есть, смотрите, мы можем прям поверх добавлять какие-то другие детали. Те же самые потертости можно дорисовывать от руки, можно там добавлять какие-то оттенки, миксовать шейдеры. Стилизовать свой объект. Почему я выбрала меньше opacity? Потому что если выбрать opacity 100%, у меня закроется шейдер. А я хочу, чтобы у меня осталась такая структура металла. Если вам что-то не нравится, можно поработать ластиком. И также здесь можно скрывать слои и открывать, и смотреть, то есть какой у вас получается результат. Я думаю, так будет окей. Следующее, что я буду делать, раз уж я взяла из смарт-материалов вот этот, то для остальных объектов я сейчас его тоже применю. То есть переходим уже к основным частям. И их я могу полностью закрыть смарт-материалом. Его выбираем, где у нас превью окно. Так, превью окно куда-то потерялось. Ладно, попробуем сделать так. Создадим новый слой. Как-нибудь называйте так, чтобы вам было понятно. Делаем fill whole layer.
Так, посмотрим. А, смотрите, так как я прозрачность у кисточки убрала на немного, то у меня этот смарт-материал отображается не полностью. А, вот. Можно вернуть opacity назад. И давайте еще раз сделаем fill the whole layer. Вот, теперь у нас этот объект покрасился. Так, по референсу у нас в целом металл, но он такой выбеленный. Можно назначить, закрасить еще потом более светлой краской. Тоже назовем ее details. Я все время использую новые слои, чтобы, если что, их можно было убрать. Или даже у всего слоя просто opacity поставить меньше, и это применится более таким светлым оттенком. Так, я сейчас возьму какой-нибудь бежевенький цвет. И им пройдусь, то есть уменьшив opacity, мы сейчас выбелим некоторые края. То есть он все-таки металлический, но где-то более светлый. Еще нужно убрать depth на 0 и уже рисовать. Так, это слишком много. Немного подвисает. Плюс нам надо сейчас отдельно с шариком поработать, потому что он здесь у нас все вместе, эти объекты. Так, что можно сделать? Для шарика я создам тоже отдельный слой. И у нас будет здесь blue. То есть здесь голубые кристаллы все. Плюс можно еще сделать так. Скрыть по объектам, оставить только шар, сферу. Остальные все объекты скрыть. И уже на него залить какой-нибудь сейчас cartoon кристалл. Только шарик, и можно даже обратиться к смарт-материалам, которые подходят. Можно попробовать вот этот цвет, и если что, его дорисовать. Выбираем нужный слой, выбираем нужный смарт-объект, смарт-материал, и смотрим, как оно применится. Opacity выставляем на 100. В целом голубой цвет для начала достаточно. Делаем тоже fill the whole layer. И саму кристаллизацию можно прорисовать уже кисточкой. То есть какие-то разводы, интересные блики. Это можно нарисовать кисточкой. Берем белый цвет. Так. И opacity ставим нам поменьше. А
Depth убираем. Хранимся на всякий случай. Можно прорисовывать какие-то полуградиентные тени. Можно уменьшить, увеличить opacity и рисовать какие-то интересные вещи. Можно убрать roughness, можно оставить. То есть здесь уже смотрите сами, в зависимости от референса. То есть можно какие-то разводы сделать. Разводы, завихрения, там какие-то интересные магические предметы можно прорисовывать. Регулируйте через opacity. Вот у нас уже появилась какая-то интересная текстура. Возвращаем все объекты назад. Единственное, что у нас получается, эти заделась на другие части, и надо будет поправить это. Нужно выбрать blue материал и очень аккуратно удалить, получается, чтобы не задевать соседние UV. Можно ластиком стереть, но надо делать это очень аккуратно. Значит, у нас этот шарик пересекается по UV координатам. Да, то есть он получается у нас... А, понятно. То есть я хоть и отделила, но шарик у нас получается... А здесь у шарика неправильно UV развертка легла, поэтому мы задеваем другую деталь. Мне кажется, его можно покрасить другим способом. Здесь лучше оставить вот эту часть. То есть я на него создам вообще другой материал, отдельно уже сделаю. Поэтому удалим сейчас весь этот материал. В принципе, можно даже удалить целый слой. У нас все вернется. Так, сохраняемся. Но кристалл мы прорисовать сможем. То есть для кристалла тоже можно использовать этот смарт-материал голубой. Создам новый слой. Он будет кристалл. Выбираем кисть. Выбираем opacity на 100%. И вот здесь, если я аккуратно пройдусь кистью, то у меня очень хорошо ложится этот материал, то есть с подсветкой граней. Там, где у нас физически есть грань, он будет белого цвета, этот материал. Если вы хотите делать более аккуратные вещи, то есть сейчас я скрою вот этот превью, рисовать более аккуратно, можно здесь выделить линию. То есть линия позволяет вам вот так вот чертить какие-то грани. То есть для вот этого места это очень удобно. Можно выбрать так, первую точку, вторую точку, третью точку. Так, и возвращаемся в режим кисточки сейчас. И уже дальше можно порисовать сверху. Здесь у меня UV сделано правильно, поэтому остальные мои части не затрагиваются. То же самое с той стороны сделаем, и можно потом дорисовать каких-нибудь эффектов.
так. Таким же способом потом можно нарисовать и другой объект. Когда вы закончили с материалом, просто нажимаете Close, и можно уже работать в режиме цвета. И добавлять, например, каких-нибудь разводов белых, прорезей. Но не забывайте про Depth Opacity. То есть, регулируя opacity, вы можете регулировать какие-то эффекты. Также, выбирая разные кисти, можно здесь создавать там микс цвета, какую-нибудь дымку, прорисовывать самостоятельно текстуру. За основу можно брать какой-то шейдер, но дальше его потом можно дорабатывать. Можно брать там другой оттенок синего. Где у меня синий? И прорисовывать какие-то внутренние детали у кристаллов, там какие-то царапины. То есть здесь уже вы начинаете работать как художник. То есть темными, светлыми цветами можно прорисовывать глубину и прорисовывать тени, то есть какую-то ледовую текстуру, то есть можно создавать. Также регулируя opacity или регулируя размер этой кисточки, можно накладывать и прорисовывать некие детали. Но смотрите, все здесь так же, как с моделингом. Сначала мы делаем какие-то общие черты, общие заливки цветов, разбиваете по компонентам, по смарт-материалам, а уже более мелкую детализацию вы начинаете уже в конце прорабатывать, чтобы на нее не тратить время, если вдруг пойдет что-то не так, чтобы вы не потратили зря время. И всегда какие-то мелкие детали тоже выделяйте на другой слой. Так будет потом легче, то есть если вы нарисовали как-то не очень и вам не нравится, вы можете удалить слой, и весь остальной, например, кристалл не пострадает. Плюс можно еще добавить эффект свечения по краям этого кристалла, то есть какой-то очень большой кисточкой прям рядышком можно нарисовать. Через Escape можно выделять и заканчивать этот объект. То есть вот полутень дает эффект такого свечения на соседний материал. То есть совсем немного, но мы добавили уже такую детализацию свечения. Через Escape можно закончить это действие и вернуться опять в нормальную кисточку. Так, точно таким же способом можно рисовать, здесь прорисовывать перышко деталей. Можем также быстренько создать текстуру для перышка. Это будет слой. Здесь я могу уже выбрать цвет. Насколько помню, там у нас фиолетовое перо. Да, оно фиолетовое, и некоторые детали очень красивые нарисованы. Выбираем подходящий фиолетовый цвет. Ну, думаю, будет окей. Сначала вы раскрашиваете основной цвет. Так. Он не рисуется. Убираем Depth Opacity. Выбираем цвет, выбираем кисть. Так, сохранюсь. Рисуем его отдельно. А, вот теперь рисуется. Лучше работать по материалам. То есть сначала заливаете в какой-то один цвет, а потом уже начинаете прорабатывать деталь. Еще одна особенность перо, оно не блестит. Поэтому мы roughness убираем на ноль, чтобы оно было матовое. И дальше каким-то уже светлым цветом вы начинаете прорабатывать детали.
тоже можно убрать opacity. Там. Оно у меня двухстороннее, поэтому можно работать, в принципе, с одной стороны. Так, возвращаемся опять в темный цвет. И через темный цвет, более тонкой кисточкой, можно проделывать детализацию. Какое-то основание у пера есть. Так. Лучше всего взять режим линии. И прорисовать эту линию. И также уже от нее отводить какие-то детали. То есть в целом можно здесь рисовать кисточкой, можно рисовать линиями. То есть здесь надо прям сосредоточиться и сделать аккуратненько. Здесь, конечно, у кого есть навык рисования, он очень пригодится. То есть делать более аккуратные линии, более прорабатывать детали. Но в целом, даже тем, кому неудобно рисовать... Надеюсь, это случайная сирена. Сейчас лучше проверить чаты. Но в целом можем тогда заканчивать на сегодня все. То есть таким образом можно создавать handpaint текстуры. И на следующем уроке я покажу, как их экспортировать отсюда. Мы тоже закончим там другие детали дорисовывать. Но на сегодня у нас получился вот такой результат. Промежуточные можно еще добавлять детали, прорисовывать их, но основа есть.